Проверить свой ВИЧ-статус можно просто прогуливаясь по городу. Мобильный экспресс-пункт дежурит на главной пешеходной улице Твери в рамках ежегодной акции «Стоп ВИЧ-спид». Жители, гости областной столицы могут бесплатно и анонимно пройти тестирование. С подробностями наш корреспондент. Экспресс-тест – это не страшно и не больно. Результат будет готов уже через 8-10 минут. А самое главное – пройти его можно анонимно. Данные, которые заполняются в анкете, никуда не передаются, а используются только для статистического учета. В салоне мобильного офиса имеется все необходимое для проведения экспресс-анализа. Узнать свой статус можно всего по одной капле крови. Совершенно бесполезно. Одна из двух полосок тестера реагирует на антигены или антитела ВИЧ. Тесты все проверенные, дают точный результат. Ну, естественно, погрешность есть, но небольшая. В настоящее время в возрастной структуре ВИЧ-инфицированных лиц сохраняется сдвиг в сторону более старших возрастных категорий и уменьшение в группе от 18 до 24 лет. Преимущественно путем передачи заболевания преобладает половой. Скажу так, то, что у всех отрицательный. То есть процент, ну вот из-за этого всего 1% населения, которое у нас было с положительными ответами. Тест на ВИЧ является процедурой добровольной, однако специалисты рекомендуют проверяться дважды в год, ведь выявить заболевание можно только путем обследования. Смотря в какой сфере человек трудится и тоже смотря какой образ жизни он ведет. Ну, желательно раз в полгода проходить такие анализы, потому что они обязательны. За дни работы мобильной экспресс-лаборатории тестирование прошли около 150 человек. Пункт экспресс-тестирования проработает до 28 ноября. Акция «Стоп ВИЧ-спид» проводится ежегодно. Ее главная цель – информирование граждан о мерах профилактики заболевания, диагностики и лечения.